Конный клуб «Ласточка» продолжает работать с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья. На днях волонтеры провели благотворительную экскурсию для воспитанников Апатитского социального приюта для детей и подростков. А 31 августа клуб пригласил старых друзей на свой самый главный праздник – День лошади. Именно на последний день уходящего лета приходится самый любимый праздник всех коннозаводчиков – День Флоры и Лавра, почитавшихся на Руси как покровители лошадей. Одна из волонтеров «Ласточки» Анастасия Рунова рассказала, как клуб готовил своих любимец к празднику. Мы украшали лошадей, чистили их, угощали морковками, яблоками, целовали, загадывали желания. Ведь они сегодня понимают человеческую речь и исполняют желания. Царь птицы или ласково птича – любимая лошадка волонтера Евгении Пахомовой. Девушка ухаживает за животными уже несколько лет подряд и влюбляется в них все больше и больше. Я 5-й год уже здесь. Ну, пришла, захотелось просто, ну, узнать. И вот как-то затянуло, потому что лошади – это такие удивительные животные, что затягивает очень сильно. Пока наша съемочная группа шептала лошадям на ушко желания, в часовне Сергея Радонежского на территории Полярно-Альпийского ботанического сада началась традиционная служба для всех желающих, а следом окропление лошадей святой водой. Молодец, молодец. А вот и угощение для лошадей – морковь и яблоки. Кормим? Ой. Буква, ты просто прелесть хорошая. В конце праздника ни одна лошадь не пострадала. Все непарнокопытные виновницы и виновники торжества в лице Лапландии, ее брата Булата, царь птицы блондинистого Бонифация и вороной красавицы Буквы были приголублены и накормлены, согласно народной мудрости. Умолил Фрола и Лавра, жди лошадям добра.